Aha. Das ist Fundament schon da. Und wie groß ist das Grundstück hier, Michaela? Ja, auch so 2000. Circa 2000. Geht noch ein ganzes Stück, schöne Wald dabei, weißt du? Aha. С лесом 2000 квадратных, приблизительно метра, и там еще небольшой лес сзади. Вот этот участок. Так. То есть, если пристройки, уже есть фундамент, куда можно. Вот. Красивый парочку этих деревьев стоят здесь. Соседская стена. Вода. Вот так, труба, крыша. Крылечко. Так что вот этот домик тоже можно приобрести для того, чтобы просто начать. Просто уже зацепиться и начать. Кусок земли, ну, 2000 квадратных метров. Это рядом, почти на той же улице, ну, перпендикулярной улице к тому дому, который вот ушел сейчас. Вот. Это напротив. А здесь рядом, прямо рядом напротив магазинчик, где тут покупать продукты можно. Еще ближе. Здесь я и раньше могла ходить пешком, да, с собакой. Вот, ну, 5 минут идти. А здесь вообще напротив, практически там, где-то в зелененьком доме. Зелененький дом, вон там, там продукты. Прямо, так сказать, рядышком. Вот здесь еще есть швейцарцы по соседству живут. Другая там улица параллельно тоже полна швейцарцев. Немцев. Концы там шлюссель, Здесь отключили электричество, поэтому электричество придется здесь делать. Ну, там они приходят, ящик ставят. Ну, нужно будет просто заявлять, что подключили электричество. Вот, так что воротики симпатичные. Вот это предбанничек перед, как бы, перед дорогой. Вот, электричество, по всей видимости, новое, нужно будет ящик устанавливать там. Ну, они там приходят, если там нужно будет просто заявить, да, заявку сделать. Вот. Но, к сожалению, тут нам не удалось поехать. Ключа не было подходящего. Но в любом случае можно будет его посмотреть, если кто захочет, действительно заинтересуется. Я думаю, что это не надо. Сейчас снимаем второй дом, как раз около дома Михаила, рядышком. Было бы вообще отлично. Вот, вот этот дом сейчас тоже продается. С ценой здесь, по всей видимости, можно будет поторговаться. Кстати, хорошенький какой сейчас. А? Ага, гуд, ага. Вот здесь так, это самое красивенькое, мне здесь нравится. Мир Гефельста, Мир Гефельста. Мир Гефельста из Грунштюк, Любайдир, Данебендран. Мишеный баум. Кюхи. Это совершенно схузли.
Мне нравится домик красивенький. Aber schöne Haus, mir gefällt's. Und das wäre dann auch, oder? Ja. Aha. Вот, все это принадлежит к этому двору. Михаила, wie großes Grundstück? 2300. Ага, 2300 квадратных метров участок сюда идет. Вот, и прямо по соседству с Михаилом было бы, конечно, классно здесь. Вот, всякие постройки, которые можно было бы что-нибудь сделать из этого всего. То есть ворота сюда, которые... И там выход куда-то в поле, не знаю куда, туда же не пойдем. Вот, всякие пристроечки. Вот, тут тоже что-то можно было бы делать. Вот как раз к стене хорошее соседство было бы очень. Вот. Вот такая-то самая. Здесь, наверное, типа амбара. Вот, тоже как у меня похоже. Вот, сейчас ключа у нас нет, войти мы не сможем сюда тоже. Но вот приблизительно вот так. Вот мне это, кстати, очень нравится. Другой, конечно, такой. Поскромнее. Здесь место намного лучше. Вон там поле напротив, никаких соседей непонятных. Ну и, в принципе, и там можно было бы. Ну вот это, конечно, вообще классно. Так вот. Так, тут предбанничек такой, как бы тоже это садик. Деревья вон как хорошо. И тихо очень там вон поле. Вот, так что. И очень хорошее соседство. Окей. Сейчас еще раз сниму, потому что я, в принципе, этим домиком очень воодушевилась. Типа, вот это вишня стоит, да, вишня – это дерево. Очень хорошее, тут Михаил говорит, очень хорошее дерево. Вишня хорошая. Но вот, правда, это дерево, она сказала, она хочет, чтобы его убрали, потому что ей всякие-то орехи падают прямо туда, в этот во двор. Она бы его хотела, говорит, пускай на дерево берут. Вот, а вот это деревья, то есть дорожка такая, нужно смотреть, что же расстояние вот до дороги сюда хорошее, да, так сказать, уже как бы изоляции. Там еще перед домом такой вот еще площадочка. Тут на этом поля там это делается от муниципалитета. Что-то они тут высаживают. То есть, в принципе, здесь тоже никого нет. Теоретически, если так все это останется, то здесь можно и окна будет прорубить большие поставить, потому что соседей сзади нет. Вот. То есть он стоит прямо на краю, там вот поля, лес, да, тут еще кто-то живет, один двор. И вот все, поля туда пошли. Там уже деревня туда дальше. Вот. Ну, до магазинчика здесь, наверное, на велосипеде, пешочком. Тут тоже вот он недалеко, потому что приблизительно в этом районе. Тоже где и другой дом. Ну, вот, короче, вот это вот такое здесь положение. Вообще классный. Вообще классный. Это такой Михаил Петриков со своим такой.